Всем привет, меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами идем на наш местный рыночек. Это не центральный рынок Нетании, но возле нашего дома есть достаточно большой и классный рынок. Там всегда очень красивые овощи, фрукты, хороший выбор и хорошие цены. Поэтому мы на него ходим часто. Сейчас вам покажу, что у нас тут продают. Вот эти зеленые мандарины очень вкусные, очень сладкие. Манго. Зелень. Вот эти вот перчики сладкие я очень люблю. И Нат очень нравится пюре с кабачком и с таким перчиком. У них такой специфический вкус, сладкий, но абсолютно не похожи на болгарские. Зелень шикарная. Это батат, сладкий картофель. По вкусу что-то среднее между тыквой и картошкой. Авокадо. Посмотрите, какие. Посмотрите, какой выбор черри. Виноград красивый. У нас, кстати, и виноград, и арбузы без косточек. А что вот это такое? А, это перчики. Ничего себе. Вот здесь у нас маленький магазин. Там кафешка, продают фалафель, но сейчас все кафе закрыты. И там еще один магазин. Парикмахерская, и в этом здании за углом там синагога. После магазина всегда продают свежие цветы. Красота. Вот так вот выглядит наш рынок. Здесь есть все отличного качества и по хорошим ценам. Вот посмотрите, арбуз без косточек. Итак, вот что мы купили на рынке. Пакет кабачков. Хочу сделать кабачковые оладьи. Это молодые кабачки. Я их даже не чищу, мою как следует жесткой стороной губки. И так прокручиваю через мясорубку, делаю оладушки. Мне вообще кабачки нравятся больше, когда они со шкуркой. И Натику я, когда делаю пюрешку, тоже варю со шкуркой. Также купила один батат. Посмотрите, какой огромный. Перчики. Эти вот красные сладкие. И кучу-кучу фруктов. Ну, давайте начнем вот отсюда. У нас сейчас пошел сезон цитрусовых. Так что помело. Просто вот сравнивайте с ладошкой. Гранаты сейчас тоже сезон. Манго. Вот это манго. Это разные сорта. Взяли такие зеленые и красные. Сливы. Тоже, посмотрите, огромные. Хурма. Виноград. Виноград продают такой сеточкой сверху, чтобы ничего не вываливалось и нормально донести до дома. Очень удобно, кстати. Зелень, петрушка, мята и базилик. И авокадо. Тоже посмотрите размер. Огромные. Вот такая красота. Вышло все это на 196 шекелей.